Он все-таки есть у него! Молодец, молодец! Вот я говорю, не так сильно ненавижу, как всех остальных. Всем привет! Вы на канале Типа Топ, меня зовут Дима, и 17-я серия школы! Да что тут говорить, что обсуждать? Просто подпишись на меня, если еще не подписан. Ведь у меня цель 100 к до Нового года, и поехали скорее смотреть! Говорят, там статьей пахнет. И нафиг ты открыл сообщение? Ну интересно же, что по ссылке было. Вы чё, класс, где сплоченный? Ну зачем вы яйца кидаете, тупые? У вашего директора произошла кража в машине. Ну чё ты врёшь, это он у себя в инстаграме все выставил. Ну, пока пишите за 60 секунд. Будем оформлять. То после ментовки, я думаю, результат один. Ну что, ребят, новое видео. Если ты еще не подписан на этот канал, обязательно подписывайся, потому что мы идем к 3 миллионам. Если вы еще не поставили лайк, ставьте его прямо сейчас. И давайте под этим видосом, как обычно, соберем более 100 тысяч лайков за сутки. Приятного просмотра. Все, натыкайте лайками, натыкайте. Пошла жара. Твой сын тоже, между прочим. Ты за столько лет хоть раз ему позвонил? Бьет тебя. Нет, не бьет. Еда есть или ты всегда голодаешь? Что вы ко мне... Что? Подожди, подожди, что? Она звонит папе Димы! Он все-таки есть у него! А вам че, тетя? Это наша квартира. Герарахир! Пристали. Послушай, если ты боишься, ты можешь мне об этом сказать. Отец еще называется. Вы закончили? Но условия, я у вас смотрю, приемлемые. Холодильник покажи. Участковый уже смотрел, вам тоже показать. Ну, рассмотри. А, это социальная служба. Зачем социальная служба для Димы? Это так жестко, да, вот с этими машинами. Ладно. Кстати, ваш сын сказал, что вы его бьете, это правда? Что, простите? Я такого не говорила, вы чего прете? Я вас проверяла. Все хорошо. До новых встреч. Надеюсь, таких встреч больше не будет. Мне бы тоже хотелось. Но, как практика показывает, что имеем, то имеем. Когда этот кошмар закончится? А я откуда знаю? Сначала участковый, потом опека. Что следующее? СБУ. Ты же веришь мне, что... Мы это сделали! Нет, сейчас это играет роль. Мама, ну ты серьезно? Закрыл свой рот и ушел. Зачем ты так? Да потому что ты меня достал! Ты полгода что в школе делал? Штаны просиживал? Так покажи, где дырки, я их не вижу! Да мама, что ты делаешь? Ушел в школу, и не дай бог! Да что не дай бог? Ушел досиживать школу! Ух, мы в лютом дне. Все, стоп. Моя бабушка тебе потом хорошую оценку поставит. Чё ты? Отлетел, да? Ты же знаешь, что я все равно докажу, что я не виноват. И это все ты. Чувствуешь? Это запах моего пофигизма. Это запах твоей дурной морды. Где ты? День рождения у тебя. День рождения. Днем рождения. К нему идеально подходит фраза «Расти большой, не будь лапшой». Чувак. Уже срать на то, что будет. Тебя выгоняют со школы. Ты на учете в ментовке стоишь. А, ты из-за этого так нарядился? Я тебя прошу. Подожди, сейчас нарешаем. Тут уже ничего не исправишь. Серп отлетел по заслугам. Победа над терпилами. И что, все правда? Если вы про то, что выгнали, то да. И как все произошло? В смысле как? Поехали в ментовку, там оформили что-то и все. То есть ты на учете в ментовке стоишь? Да, и еще куча проверок было. И сегодня домой приходили из опеки. Тебя что, установить хотят? Ты дурак? Да ну, нет, даже Саша. Должен установить или нет? А у Полины так же? Полина нет, потому что я якобы был инициатором, а она девочка, которая повелась. Так это ты реально разрисовал дверь машиной? Саша, ну ты ссылку сам открыл! Ну где твоя голова? Ну на чем шапка держится? Не, ну шапка вообще разрывная. Но ситуация, конечно, да. И закидал я этими картинками. Просто мне пацаны в косы рассказывали, я так ничего не понял. Нет, это не я, это какой-то придурок перешел по ссылке на моем телефоне. Меня взломали и от моего имени выставили историю. Так давай этого придурка, который перешел по ссылке, сломаем за такое. Да! Будем выносить это на голосование. Этот придурок, это ты. О, да. Ну, значит, не надо никого ломать. Каждый в жизни допускает ошибки. Да. Димон, твоя мама исправит что-то? У меня там с папой просто сдвиги пошли. Не знаю, она меня выгнала с криками из дома. Жаль тебя, конечно. Так, а Полину тоже выгнали? Я так ничего и не понял. Я же сказал, что только у меня проблемы. Ну, Димон, ты мужик, конечно, взял всю вину на себя. Респект тебе. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте, Рашидочка. Здравствуйте, Рашидочка Завдатовна, еще вас тут не хватало. Хотя, между нами говоря, к ней я испытываю минимальное отвращение. Она просто очень смешная. Так, дерзкий Александр, на урок. Бегом. Дмитрий, в кабинет зайдите. Да, что ж мне еще остается? Вам уже говорили, что и как будет происходить? Нет, никто ничего не говорил. Ну, значит, я первая. Поскольку вы теперь состоите на учете в детской комнате, то в нашей школе вы больше учиться не сможете. Ваши косяки, которые вы совершили, они, знаете, они несоизмеримы с
косяками вообще всей школы. Закидывать яйцами учеников, снимать двери... Объяснять сейчас что-то ей, ну, вообще бессмысленно, да? Снимать двери с директорской машины. Я не знаю, какой вообще ум надо иметь. Ладно, в общем, сейчас речь не об этом. Прошу, Даша Датовна, можно? Да, Диана, проходи. Леопольд Арнольдович, ваш классный руководитель, очень просил написать вам хорошую характеристику. Я, конечно, пойду ему навстречу из уважения к тому, что он перестрадал тут с вами за эти полгода. Но на хорошие оценки, что их вам тут все выставят, можете не рассчитывать. Куда вас после этого, в какую школу возьму, я не знаю. Это пусть ваша мама разбирается. Собственно, до конца семестра времени осталось немного, так что в школу можете не ходить. С друзьями он разве что попрощается. Ты что, улыбаешься? А что, улыбаться уже? Я держусь. Нельзя. Тебе весело, овца? А тебя в полиции не научили разговаривать? Дмитрий, что такое? Так она стоит и радуется. А Диана что, радостная? Ну, я радостная, потому что вижу, что таких учеников в нашей школе наказывают по заслугам. А что? Лучше бы ты за себя пережила. А то, знаешь, к концу семестра можно внезапно вдруг перестать быть отличницей. Все... Молодец, молодец! Вот я говорю, не так сильно ненавижу, как всех остальных. Ты хвосты потянул, Рашида Жидатовна. Жаль, что для кого-то это уже невозможно. Если ты не хочешь быть как кто-то, учись! Отлично! И хватит тут улыбаться, в конце концов! В школе! А не перед камерой позируешь! Так, Дмитрий, там список книг, которые нужно сдать, и предметов, которые, ну, может быть, у вас получится как-то исправить, но, опять же, я ничего не обещаю. Теперь, что касается тебя. Меня интересует, почему ты все время приходишь в чужие классы, тебе что, своего не хватает? Да! И коротышку того спросите! Сил не хватает! Но я держусь. Все хорошо. Дима, чего так резко? Ты про что? Ну, вчера только полиция была, а сегодня уже отчисляют. Ну, этого стоило ожидать. Думали, что мы бессмертные. Кстати, сейчас, я уже знаю, я читаю ваши комментарии. Тут тяжело не заметить, что происходит постоянно с Дерзким и с Ромой. Вроде и за основным сюжетом хочется следить, но сзади там песня постоянно. Дим, можешь сказать спасибо своей девушке, это же из-за нее весь кипиш. Да закрой ты уже свой рот, овца! Что, прости? Достал уже со своей же спасибо, скажи спасибо, кому спасибо, говорит, все, Димона выгнали. А, ничего, что я тебе нравлюсь. Разонравлюсь! Да вот, вот и все, я тоже уже как бы охладел. Не надо пользоваться терпением мужчины. Значит, достало, блин. Прости, ну как бы... Ты что, реально тупая? Окей, молчу, простите. Ну, скажу так, что даже с моей историей залетов со всех школ меня еще ни разу не ставили. Так а что ты сравниваешь? За тебя всегда батя решил, ну, или мама. А ты свечку держал? Ну, богатым детям легче. Вы же не понимаете, каково это учиться, чтобы потом всего самому достичь. Ты к чему сейчас клонишь? Забей. Нет, ты продолжи свою мысль. Я сказал, забей. Еще раз спрашиваю, ты на что намекаешь? Да что вы делаете? Вам Димы мало, что вы друг на друга напали? Так Диму уже не спасти, че париться на это? Спасибо, спасибо! Титул свой подтвердил, Диму уже не спасти. Не спасти, мы что, не один класс? Мы что, придумать что-то не можем? Давайте скажем, что если Диму выгонят, то мы тоже свалим. Ты думаешь, это прокатит еще раз? Ну да, чего не попробовать? Да не нужно ничего пробовать, просто забейте. Если я свалю со школы, то коротышка отстанет от всех. Да и мама давно грозилась меня перевести. То, что поставили на учет, это только облегчило все. Ну, значит, Дима уже сам принял решение. Чего его переубеждать? Кстати, Полин, а ты можешь вместе с Димой перевестись в другую школу? У вас же любовь. Да ты прикалываешься? Ну а что, это идея. Я как староста поддерживаю данную любовную историю. Мне надо подумать. Ну подожди, Орешек, любовь любовью, но за своих надо топить до конца! Что делать? Я не знаю. Нельзя так резко принимать решение. Что? Я говорю, мне надо подумать, Дима. Ну что, отбросы, празднуйте! Что? Что? Нас приписали в ментовку, и ты уже все слилась? Даже с тем, что это не мы сделали? Ого! Уйди отсюда! Не испытывай мое терпение! Да не, ну хватит уже! Ты что, тупой? Отпусти нас! Молодец! Людей в цирке смешить, наверное. Не, ну ты достал! А, отпусти! Привет, девочка! Что ты хочешь? Ну какие ощущения? Пароль в Инстаграме уже поменял? Отпусти на землю! Читала ваши переписки с Полиной в Инстаграме. Вы так противно общаетесь. Зайчики, котики. Это новый тренд ТикТока? Полина же у нас шарит за тренды. Будешь? Так, вышла нафиг отсюда. И если я еще раз тебя здесь увижу, то я найду применение твоему чупа-чупсу. Молодец! Все, ну вот, ну вот, молодец! Двигатель процесса растет, растет в глазах. Ладно, Димон, не ссы. Надо решать. С чего начнем? Так, что за... Ну не ее же чупа-чупс есть! Ну бактерии, ну перестань! Давайте начнем стены, полы облизывать. А это еще что такое? Леопольд Арнольдович, этот клоун с рыжим на голове! А ну как?
чьей? За чьей тетрадью ты пришел? Альнольдыч. Тебя уже надо снимать немножко эту лапшу с ушей. Дай попускай! А какого черта? Я, конечно, извиняюсь. Ты приходишь в этот класс за тетрадями. У тебя что, других классов нет? Я просто хотел помириться с ними. Они меня опять унижают. Я рыжего тоже выгнал. Что это было, дерзкий? Это что было, дерзкий? Я не понимаю, у нас у всех учителей в школе проблемы с глазами и со зрением, или что? Вы меня отчитывать будете, когда таджик подстроил все так, чтобы Димона выперли со школы. А вы взяли его и выперли. Так еще и на учет поставили. Да я срать хотел на ваши правила. Да я срать хотел на учителей. Точно так же, как и вы хотели срать на нас. Плевать на ваши отработки, плевать на вашу учебу, плевать на одноклассников, на всех плевать. Потому что равноправие ноль. Пошли в жопу все! Это да! Глобус развалил! Комменты на видео мчатся счастье, разносят людям комменты. Сколько счастья, что же ты с ним, скажи мне, делать будешь, а? Что здесь происходит, я прошу прощения? А дерзкий вслед за Димой отлететь хочет. И я на вас всех здесь плевал, я особенно на Герна хоть. Ты чё, тупой? Это что такое? Рашида Жаданова, подожди, не подливай, и без тебя так проблем хватает. Дай насладиться катарсисом. Ну к черту, я увольняюсь и в жопу вашу школу. Я Польтер... Да! Староста, что здесь произошло? Я как староста хочу отметить, что пришел Камран и... Закрой рот. Зря ты мудрость Орехову остановила. В следующий раз он может и не поделиться ей. Олег? Мы выперли Диму из школы, не разобравшись. Вот ребята и устроили бунт. Ах, не разобрав. А когда нас предметы естественно в школе ломаются, вы разбираетесь? А ну просто... Когда вы предметы в школе ломаете, вы ведь тоже не разбираетесь, правильно? Вы меня упрекнуть сейчас в чем-то пытаетесь? Да. Вы Диму нафиг выперли. Вы сейчас хотите весь класс из-за Димы перессорить? Если да, то скажите. Я сразу ливну. Пойду с коротышкой на шкафах сидеть. Сели все по местам. Быстро. Дмитрий, вы книги уже начали сдавать или нет? Нет еще. Ну так начните! Вы, в конце концов, больше не ученик этой школы. Будьте любезны выполнять поручения, которые вам дают. Сели по местам! У нас урок по расписанию! Ты ё-моё! Нафиг вы это устроили? Так Дерзкий же первый начал, я решил поддержать. Тебя же за это выгонят сейчас. Думаешь, выгонят? Это директор друзья сказал, называется. Что клубы менять не будут, помнишь? Меня же выперли, поставят тебя тоже на учет и выгонят. Реально? Блин, может пойти в класс и извиниться за это? Она отпустила меня на 2 минуты. Да ничего страшного, подожди. Дерзкий, я, наверное, лучше в класс пойду. Димон реально говорит, что выгнать могут. И чё, ты боишься, что Саша. Тебя выгонят? Полина, если что, боится. Да, Полина? Со мной в другую школу переводиться не хочешь? Ты не так всё понял. Давайте вы свои семейные... Да я уже, да, я уже понял всё. Окей, а ты рассказывай про Диану всё, что знаешь. Она же твоя подруга. С тебя вся история и началась. Нужно исправлять. Мы с ней были такими подругами, относительными. В прошлом классе я ни с кем особо не общалась. Дима знает, только задевали меня некоторые. А Диана сама предложила дружить. Я не против. А нормально рассказать можешь? Так что рассказывать? Типичная тёлка, модель, снимается в рекламах, родители при бабках. Что еще получается, сказать? Ты с ней общалась из-за бабы? Саш, ты дурак? Не, ну а так, чё? А почему она коротышке помогла Димона и тебя подставить? Причины какие-то могут быть? Да я откуда знаю? Я ей ничего не сделала. А из-за чего перестали общаться? Да я к ребятам в класс перевелась. Летом пару раз гуляли. Ну а потом как-то просто... Мне кажется, ты что-то темнишь. Так, у меня было 2 минуты. Рашида сейчас орать начнет. Мне это надо. Что ты с ней? Как-то все очень так... Дружила чуть-чуть общались, чуть-чуть как бы это, да потом разобщались. Может, Дианочка на Диму глаз положила и завидует подружке своей? Я не то отвечаю, что-то знает, но молчит. А вы точно парочка? Ты как парень узнал про эту Диану? Ну, как бы... Ясно. Нет. Можешь не продолжать. Дерзкий Александр, Дмитрий, вы почему все в коридоре? А что, снова накричать хотите или обвинить нас в чем-то, не разобрав? Не ладно. Он нормальный чувак. Так, рассказывайте все, что знаете. Что наш классный руководитель решил променять веру своего класса на обычную репутацию учителя. Я это понял с первого раза. Есть ли какие-то доказательства на Камрана? А вы решили спуститься с небес и помочь нам разобраться? Ты будешь... Просто как бы яйцо его волшебное раскололось. Магия пропала и высвободила настоящего географа. Это все-таки добрая сказка. Это продолжать целый день? Дмитрий, что вы можете рассказать? Что Камран меня подставил. Мой телефон взломали и от моего имени залили видео в Инстаграм. У меня есть все переписки с этим сообщением, но полиция разбираться не хотела, так как директор написал заявление, что я худший ученик. Ну да, это я взломал телефон Димы.
Ну, то есть не я взломал, это я перешел по ссылке, которая взломала телефон Димы. Этим не надо гордиться, Саша. Таким глупым поступком подставить Диму настолько, что его выгоняют со школы. Еще осталось? Да нет, я не дурак же, я сразу все удалил, Леопольд Арнольдович. А Леопольд Арнольдович, мне для характеристики нужны будут хорошие оценки. Сможете по географии поставить? Сейчас, Димон, не, ну ты дурак. Кстати, полицейский вроде говорил, что снял отпечатки с машины. Леопольд Арнольдович. Ну это же просто уже издевательство какое-то надо мной. Ну в конце концов, ну, я понимаю, вот эти двое. Вот дерзкий Александр, ну вы понимаете, да, что у них будет по физике? Но извините, пожалуйста, давать посреди урока. Психовать, выходить вон из класса. Ну это уже перебор. Ну вы классный руководитель, в конце концов. Ну вы можете принять какие-нибудь меры. Не что вы не поняли? Наталья встала с фразой и ушла? Молодец! Наташа в нашей команде! Вот так вот мстителями и становятся. Вы думали, пауки кусают, замораживают во льдах? Нет, вот! Ты что делаешь, Утыров? За базаром следи, ноунейм! Я тебя сейчас стащу! Сосед, Нейм, тащи! Что же это происходит? Рома! Рома? Хорош! Что происходит здесь? Я этому маленькому инопланетянину втащил за то, что он отсмехался над всеми. Что значит втащил? Ты что, больше в куклу? Я же говорил, что мне оставить нужно. Они здесь все шизануты. Этот шизик меня просто так начал бить. Слышь, таджик, ты зачем снова в этот класс пришел? Так я за этим пришел. Зачем за этим? За Милом пришел Леопольд Арнольдович. И вообще-то я не таджик. Если ты еще раз придешь в этот класс, я тебя этот мел заставлю жрать. Вы как с ним разговариваете, уважаем? Леопольд Арнольдович. А вот так как надо! А что с вами? Да, я тут подумал, Рашид Джавдатовна. Я все-таки увольняться буду. Как увольняться? Если я не справляюсь с проблемами своего класса, значит я не достоин быть классным руководителем. А сейчас, на правах уволенного учителя, я бы хотел сделать одну вещь. Иди сюда. Отстаньте! Что вы делаете? Отпустите меня, я бабушке буду жаловаться! Леопольд Арнольдович, что вы делаете? Поставьте ученика! Ты что, драка? Я вообще-то карате занимаюсь. Нифига себе. Рома, красава! Никого он не задевал. Просто я понял, что вы для меня как семья. Если вы все вылетите, то я тоже с вами готов вылететь. Жаль, что Полина этого не понимает. Да, Полина? Дима, я же тебе уже говорила, ты неправильно все понял. Ну да, я же дурак последний. Сейчас, до слез, Ромчик, до слез. Вообще красавчик. Ой. Я так и знала, что ты будешь тут. С чего взял? Помнишь, как мы в 6 классе играли здесь бутылочку со старшеклассниками? Да, конечно, помню. Я еще тогда обиделась на тебя. Ну да, было на что обидеться. Я бы сам обиделся. Как у тебя дела вообще? Мы за последнее время так отдалились друг от друга, заметил? Ну да, полгода, считай, уже прошло, как мы расстались. А на мисс обещали быть друзьями. Что-то у нас не получается с тобой быть друзьями. Столько всего происходит. А ты чего с урока ушла вообще? Я просто устала. В классе все как собаки, грызутся друг с другом. А тебя, считай, выгнали. А только дерзкие Саша бунт устроили. И то Саша сам не понял, что здесь. Ну, за это его все и любят. Точно так же, как и я тебя. Что? Я люблю тебя, Дима. Я всегда тебя любила. В таких сериях надо делать антракты. Ой-ой-ой, если что, я ничего не видел. Дерзкий? Да я своими рыжими волосами отвечаю, что никому ничего не скажу. Что случилось? А, все нормально. Димон, там твоя мама звонила. Ты чего не говоришь, что у тебя папа адвокатом работает? В смысле адвокатом? Да! Ну что, ребят, огромное спасибо вам за просмотр, за... Чё тут сказать, тут сказать нечего. Так вот, взяли, разровняли, сжали, и разровняли, и сжали, и уничтожили к чертям. Серия просто... Ого. А если вам понравилось смотреть со мной эту серию, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии и забегайте в мой инстаграм. А с вами был Дима, типа топ, пока!